Сегодня ты научишься склонять и грамотно писать окончание имен прилагательных женского рода в форме единственного числа. Мы продолжим путешествовать по стране имя прилагательное. И наш девиз «Вся семья вместе, так и душа на месте». Рассмотрите таблицу «Склонение имен прилагательных женского рода». Именительный падеж. Кто? Мама. Мама какая? Добрая. Что? Работа. Работа какая? Домашняя. Окончание «ая» – «яя». Родительный падеж. Кого? Мамы. Какой? Доброй. Чего? Работы. Какой? Домашней. Окончание «ой» – «ей». Дательный падеж. Кому? Маме. Какой? Доброй. Чему? Работе. Какой? Домашней. Окончание «ой» – «ей». Рассмотрите в таблице винительный, творительный и предложный падежи самостоятельно. Поставьте на паузу. Понаблюдайте и найдите особенности окончаний имен прилагательных женского рода в именительном и винительном падежах. А затем сравните окончания имен прилагательных в остальных падежах. Поставьте на паузу. Вывод. В именительном падеже имена прилагательные женского рода имеют окончание «ая», «яя». В винительном падеже окончание «ую», «юю», а в родительном, дательном, творительном и предложном падежах окончания одинаковые «ой», «ей». Обратимся к учебному пособию, страница 102. Используя таблицу «Склонение имен прилагательных женского рода», выполните задание. Ставьте окончание имен прилагательных. Определите их падеж. Поставьте на паузу, выполните задание. Проверьте себя. Обратите внимание на схему. Сравните окончание вопроса в родительном, дательном, творительном и предложном падежах и окончание имен прилагательных в этих же падежах. Поставьте на паузу. Вывод. Окончание имен прилагательных в родительном, дательном, творительном и предложном падежах и окончание соответствующего к ним вопроса одинаковые «ой», «ей». Это необходимо запомнить. Используя предыдущую схему и вывод, выполните задание. Согласуйте имена прилагательные с именами существительными в роде, числе и падеже. Обозначьте падеж имен прилагательных. Поставьте на паузу, выполните задание. Проверьте себя. Рассмотрите обобщающую таблицу. Падежные окончания имен прилагательных мужского, среднего и женского рода в форме единственного числа. Сделайте вывод об окончаниях имен прилагательных мужского и среднего рода в форме единственного числа в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Поставьте на паузу. Прилагательные мужского и среднего рода в форме единственного числа имеют падежное окончание в родительном падеже окончание «ога», «ега», в дательном падеже окончание «ому», «ему», в творительном падеже окончание «ым», «им» и в предложном падеже окончание «ом», «ем». Вставьте окончание имен прилагательных, определите род и падеж. Поставьте на паузу, выполните задание. Проверьте себя. Путешествуя по стране имя прилагательное, мы вспомнили о значении семьи. Настоящая семья – мама, папа, брат и я. Употребите словосочетание «настоящая семья» в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. Поставьте на паузу. Выполните задание.
Проверьте себя. Сегодня мы познакомились со склонением и особенностями окончаний имен прилагательных женского рода в форме единственного числа. Обобщили знания о падежных окончаниях имен прилагательных мужского, женского, среднего рода в форме единственного числа. Для закрепления изученного материала обратитесь к таблицам на страницах 102-105. Рекомендуем выполнить упражнение 180 на странице 108. Поставьте на паузу, выполните задание. Проверьте себя.